Добрый день! Вас приветствует компания «Автостиль». И сейчас мы с вами проведем выбор победителя акции «Счастливая десятка», которая проходила в автомаркете «Автостиль» на Милешкина с 1 по 31 августа. Напоминаем, что разыгрывать мы будем набор инструментов «Интерту». Итак, открываем таблицу с фамилиями участников и копируем их в специальное окно онлайн программы «Рандом», с помощью которой и будет проведен розыгрыш. Итак, программа перемешивает фамилии. А мы тем временем пролистываем список, для того, чтобы вы могли убедиться, что ваша фамилия также присутствует. Итак, приступаем к выбору победителя. Для этого мы вводим количество участников и в случайном порядке определяем номер победителя. Итак, победителем становится участник под номером 203. Участник под номером 203 – Василенко Владимир Васильевич. Поздравляем счастливого обладателя набора инструментов «Интертул». Играй и выигрывай с автомаркетом «Автостиль».